Дорогие друзья, мы наконец-то прибыли в отель Полюстра. Уже несколько дней здесь. Занимаемся перегруппировкой картин. Вот тут множество локаций, множество коридоров, множество холлов и конференц-залов. Вот такой вот уютненький здесь отель. Вот, и мы сейчас вот тут картиночки с места на место немножечко перекидываем, вот, потому что нужно сделать как-то поинтереснее. Вот, сейчас будем вывешивать еще про всех, про художников, про наших любимых, вот, куда-нибудь вот в это вот место, наверное, биографию и все такое прочее. Вот. И здесь вот у нас будет Татьяна Некрашина. Вот сейчас сюда вот перегруппируем. Дополнительно еще вот добавляем картины. Вот такие вот будет у нас, на мой взгляд, я вот свежим взглядом решил немножко перегруппировать экспозицию.